Ветераны Рапстена Могилева «Южный центр» открыли программу заключительного тура «Рэп-баттла 4×4». Со сцены прозвучали старые хиты, которые появились на свет еще в начале 2000-х. Еще тогда теперешние жюри конкурса были совсем малышами. Несмотря на это, поддержка от танцпола была огромная. И это значит, что рэп-музыка не имеет временных границ. Ну, такие батлы на самом деле нужны. Во-первых, потому что молодежь приобщают к хип-хоп-движению. Хип-хоп-движение – это вообще позитив, это всегда правильные мысли, это какие-то, так скажем, позитивные моменты в жизни, да, это люди к чему-то стремятся, создают музыку, они батлятся, то есть они, так скажем, стремятся к чему-то, как-то себя проявить, да. В последнем туре на сцену поднялись трое участников. Почему отказались от выступления Broken Hearts, так и осталось загадкой. Еще одной особенностью вечера было выступление Кодекс, симбиоз уже выступавшего Трейса и неизвестного парня в жилетке. Сразу после них микрофон в руки взяла Алиса, она же Лия. Еще одна девушка и еще одна попытка покорить рэп-олимп Могилева. Рэпом я стала заниматься за счет того, что как бы я решила передать свои чувства, то, что вот у меня накипело, я передаю людям, чтобы вот они услышали меня, что, ну, как бы вот сочиняю сама песни, там, чтобы просто вот как бы девушки какими-то нашли в своей песне, ну, саму себя. Последний претендент на выход в финал – KC92. Отработал свои два трека. Дальше – голосование. Давайте, Кодекс! Алиса Лена! Мне кажется, что девочка у нас стала очень сильно сегодня. То есть она одна девушка, так примерно, которая выходит в финал. Лиса, поэтому Алиса Лена в финале. Итак, в финале за первое место и главный приз будут бороться 9 Pro, Kim MC, Cody Art и единственная девушка Алиса Лия. Финальную рэп-битву смотрите завтра на утреннем канале.